Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами побываем и в Патарийском дельфинариуме. В прошлом году ему исполнилось 20 лет, представляете? Я думаю, многие из вас уже в нем были, и наверняка это видео для вас будет хорошим воспоминанием. А те, кто не были, добро пожаловать! Пойдем посмотрим. Пожалуйста, левая лестница, второй этаж, поднимайтесь. Друзья, зрители уже собираются. Представление идет в самом разгаре, зрители в восторге, дети вообще визжат. Срывает пелены и сейчас отбьет, чтобы подарить вам радость.
Дельфинарий изначально проектировался так, чтобы зрителям было удобно и интересно смотреть представление. В летний период, когда много отдыхающих, видите, какая красота. В течение дня идет несколько представлений. И даже есть вечерние представления. Сезон дельфинарий заканчивается в октябре. И начиная с ноября, они готовятся к зимнему новогоднему представлению. Буквально уже скоро стартует новое новогоднее представление. Также в межсезонье в дельфинарии есть интересные занятия для детей, где они могут ближе прикоснуться к морским млекопитающим. Ну что, тебе понравилось? Нравится? Кстати, друзья, а кто хочет, после представления может сфотографироваться. Ну что, тебе понравилось? Да, моя мечта сбылась. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если вы еще здесь не были, обязательно посетите Евпаторийский дельфинарий. Вы не пожалеете. Ставьте лайки, жду ваших комментариев. Скоро будет продолжение серии Евпатории. Всем пока!